Высота полета пчелы 10-12 метров над землей. Во время ветра 1 метр. Как правило, дальность полета пчелы составляет 2-3 километра от улья. Но иногда особь может пролететь на 4 километра от пасеки. Чтобы преодолеть такое расстояние, им понадобится съесть 2 миллиграмма сахара. Самая большая пчела в мире имеет название Мегачили плато. Длина ее тела 4 сантиметра, а размах крыльев 6,5 сантиметров. Когда пчелы спят, их усики свисают к низу, а крылья лежат на теле. У них ненормированный сон. Насекомые могут спать в любое время суток. Насекомые питаются пыльцой и нектаром. Пыльца им нужна для получения различных полезных веществ, в том числе белков, а из нектара они добывают энергию. Чтобы запечатать мед в 75 ячеек, насекомые производят 1 грамм воска. Производство сладкого лакомства тяжело дается семьям. Чтобы сделать 100 грамм меда, одна особь облетает приблизительно 1 миллион цветов. Каждый крылатый труженик имеет 5 глаз, 3 сверху и 2 спереди. Их глаза не определяют красный цвет.